Решили мы выбрать сегодня необычный ракурс, вечерний Лион, потому что антураж ледовой арены уже, наверное, немножко поднасытил. Очень тяжелый матч сегодня был. Какие эмоции? Расскажи. Ну, эмоции, конечно, могли бы быть и лучше. Как бы не довели мы все в основное время, оставили на овертайм. Вот. Как бы вот это немного огорчает. Ну, а так, готовимся на завтрашний матч, чтобы нужно выиграть, занять первое место в группе. А по игре, ну, начали немножко плохо. Может, то, что раскатки не было. Может, из-за того, что в команде соперника какие-то игроки знакомые, что они говорили, что тренируются там по 3 тренировки в неделю. Ну, как-то, может, подумали, как что там команда проходная. И вчера, тем более, с Гомелем сыграла 2-6. Вот. Так что, ну, потом как переломили ход игры, стали чаще в зоне атаки играть. Потом, опять же таки, удаления нас немного подвели. 5-3 два раза играли. Хорошо выстояли, молодцы. Ну, в принципе, все, что можно по игре сказать. Как все старались, молодцы, били, сложились под шайбу там. Все мы видели повтор третьей шайбы, да? Ты сам его тоже видел, хочу тебя спросить, что ты скажешь по шайбе. Слушай, да, там, конечно, не знаю, доверились мужчине какому-то, который стоит за воротами, и как бы, шайба в воротах, все видели, что шайба, они пересекла линию ворот. Он главному судье показывает, что гол, никакого просмотра нет, хотя это такой турнир, что играют команды, ну, уровень ИХФ, но... Ни просмотра, ничего не произошло. Как-то, ну, странно очень. Камеры за воротами не работали? Ну, да, она там приклеена, но, да, не работает. И непонятно почему, как бы, вроде такой уровень. Ну, ладно, там все, как бы, понятно, были, ну, недовольны, но что делать. Главное, что победили. Да. Ты выбран лучшим игроком матча. Расскажи о своих ощущениях и что тебе досталось в подарок. Ну... Лучшим игроком, ну да, как французские специалисты, ну, посчитали, что я сегодня в нашей команде был лучше. Ну, как бы, в принципе, вся команда у нас хорошо сыграла, и там, защитники, нападающие, вратари, вот. А подарили бутылку вина, вчера она досталась нашему голкиперу, она была хотя бы украшена в такой красивый пакет, мне как бы так. Сегодня не заморачивались. Да, вручили ее мне. Вот, ну даже не знаю, сколько стоит, как бы такое молодое вино 2016 года на этикетке. Ну, пока сохраню, потом, думаю, в конце сезона ее открою с родными. И с континентальным кубком рядом. Ну, думаю, да. И такой момент, я смотрю, у вас экипировка новая, классная. Что по питанию, что по всему здесь? Все на уровне, все хорошо? Да. Все на уровне, конечно, немного, ну, непривычно, так, ну, что еда немного отличается от нашей. А так, конечно, там, проживание, питание, все хорошо, еще бы, как бы, в хоккей играть хорошо, было бы вообще отлично.